Молодая лосиха стала причиной ДТП. Происшествие случилось накануне вечером 27 июля на 65-м километре Серовского тракта. Очевидцем аварии стала съемочная группа Новоуральской вещательной компании. Сразу скажем, что люди в данной аварии не пострадали. Женщина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», и ее пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло им жизни. Лосиха внезапно выскочила на трассу, ошеломив находящихся в машине. От такого внезапного появления дикого животного у любого человека душа уйдет в пятки. В итоге автомобиль оказался в кювете. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. На место ДТП прибыли медики и сотрудники областной государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые, к сожалению, не дали комментарий съемочной группе НВК, в отличие от егерей. Дело в том, что эта лесополоса относится к Новоуральскому обществу охотников. Его представители рассказали, что это не первый случай появления на трассе диких животных. Лось на дороге не такая уж и редкость, даже рядом с городом. Они не могут ориентироваться на таких дорогах. Быстро движущийся транспорт для них как бы не могут осознать, что это такое. И поэтому попадают, гибнут под колесами. Это уже не первый случай. У нас каждый год и весной нынче было, правда, на территории Невьянского охотхозяйства. Но так получилось, что сейчас мы здесь, как свидетели, вот, на территории нашего охотхозяйства произошел такой случай трагический. По предварительному осмотру лосиха совсем молодая. Ей не более 3 лет, говорят охотники. Где-то теленочек у нее есть, вы, наверное, обратили внимание, с выми текет молочко беленькое. Значит, она кормила своего детеныша. Он остался живой, остался на этой стороне. Вот. Так что, наверное, выживет. Прибьется к кому-нибудь. Опасность встречи с лосем на дороге вполне очевидна как для людей, так и для самого животного. После столкновения с автомобилем вероятность выжить у лося крайне низка. В то же время люди, находящиеся в салоне автомобиля, рискуют не меньше. Единственное, что можно предпринять для предотвращения столкновения с лосем на дороге, это соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным, делать поправку на время суток, погодные условия и место. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.